когда самое интересное происходит там, куда посторонним вход воспрещен. Вот и этот музей. Он закрыт на реконструкцию. Куда ни глянь, пусто. А наш проводник утверждает, что здесь осталось главное. Вот эти окна, потолки, вот такие двери, проемы, вот эта вот печь. Это все 200 лет вот как было, так и существует. Поэтому здесь, конечно, есть вот эта атмосфера подлинности и аутентичности. Да? А мебель, ну, мебель – это такая подсказка для посетителя. Оказаться в пустом музее – все равно, что очутиться вне времени, между прошлым и будущим. Экспозиции уже нет. Или еще нет. Зато есть уникальная возможность представить, как все начиналось, когда 200 лет назад лекарь Михаил Достоевский привел сюда свою супругу, и они стали обживать, наполнять домашним уютом пространство казенной квартиры. Район Божедомки был дальней окраиной Москвы и имел зловещую славу. В 18 веке сюда свозили неопознанные тела бродяг, странников, самоубийц. Им устраивали общие могилы, божедомья. А в начале 19 века на улице Новая Божедомка, теперь улица Достоевского, открыли Мариинскую больницу для бедных. Именно здесь, в казенной квартире, поселился лекарь Михаил Андреевич Достоевский. Именно здесь 11 ноября 1821 года у него родился сын Федор. С Божедомки будущий писатель начал познавать жизнь. В этом дворе, вот под этими окнами, вот в эти ворота каждый день входили десятки страждущих, те, которые нуждались в помощи, в поддержке, угнетенных своими болезнями, своей нуждой. Это больница для бедных. Достоевский с детства узнал жизнь вот в самом таком непростом ее облике. Да, пусть не через себя пока, а только со стороны, но отзывчивая душа, она ведь воспринимает все сразу, а у Достоевского была именно такая душа. И это совершенно тоже особый опыт. Не случайно ведь первый роман Достоевского, с которым он входит в русскую литературу, называется «Бедные люди». Дом-музей Чехова на Садово-Кудринской в Москве сейчас тоже закрыт для посетителей. Реконструкция. Гулкое пространство пустых комнат. В этом доме с шутливым названием «Комод» филейтонист Антоша Чеханте, или «Человек без селезенки», или «Шиллер Шекспирович Гёте» стал писателем Антоном Павловичем Чеховым. Здесь он вместе с семьей снимал квартиру с 1886 по апрель 90 года. Здесь получил признание и успех. И, конечно, здесь было молодо, весело, поэтому так вспоминались эти кудринские годы, потому что здесь, конечно, вот эта вся московская живописующая и рафаэльствующая юность. Здесь многие, не только художники, но и музыканты, и друзья сестры, например, Марии Павловны. Здесь действительно очень счастливый такой период жизни. Эти два московских дома стали значимой вехой в судьбе двух великих писателей. Они очень разные. Их жизнь в Москве разделяют полвека. И тем не менее, имена Чехова и Достоевского связала одна общая история. Началась она в голодном, холодном 1921 году. Тогда и возникла, казалось бы, несвоевременная идея – создать единый музей, где бы сохранялось и изучалось творческое наследие великих классиков русской литературы. За основу предлагалось взять две существующие к тому времени музейных коллекции – Достоевского и Чехова. Общая идея возражений не вызвала, а вот имена смущали. Ну, какой был основной вопрос, критерий для включения в некий пантеон? Ну, был ли причастен к революционной деятельности, участвовал ли в классовой борьбе? Ну, конечно, по многим пунктам Чехов здесь не подходил никак. Достоевский сочувствует бедным людям, но он религиозный мыслитель. Все это требовалось скорректировать.
Сегодня даже осознать трудно, как в послереволюционной России собирались корректировать классиков. Но идея музея принадлежала энтузиасту сбережения архивов Владимиру Бонч-Бруевичу. И он ее отстоял и воплотил. Это был подвижник, его личный фонд, второй по объему после Льва Николаевича Толстого. Конечно, это не романы и не повести, это бесконечная переписка, это бесконечные наставления о том, как надо упаковать предметы, чтобы они не пострадали. Это был великий подвижник музейного дела. И он, по сути дела, заложил теоретическую основу нашего существования. Бонч-Бруевич мыслил масштабно. Нужны фонды, научная деятельность, библиотека, издательство, целый институт. Теперь это Государственный музей истории российской литературы имени Владимира Даля. У нас более полумиллиона музейных предметов. И это самая крупная коллекция литературных музеев. И я думаю, что она где-то в 5-7 наиболее крупных коллекций мира. Поэтому мы можем создать экспозиции, выставки, образовательные проекты, сетевые проекты на материале практически любого периода литературы. Советское время, пожалуйста, 21 век, пожалуйста, и любого автора. Чехов, Тургенев, Достоевский, Жуковский, Веневитинов, Есенин, Бунин. Ну, кто бы, кого ни возьми, у нас есть коллекция. Это оригинал, это нужно будет, да, он же живьем будем показывать, так тоже, ну, просто закрепим посерединочке. Но фундаментом послужили именно фонды Чехова и Достоевского, в точном соответствии с планом Бонч-Бруевича. В Шалопутинском переулке, в интерьерах бывшего особняка купца Саввы Морозова, разместился книжный фонд литературного музея. Это собрание богатейших материалов, прежде всего, редкие экземпляры прижизненных изданий. Здесь хранится свидетельство кропотливого труда Анны Григорьевны Достоевской. Архив мужа она начала собирать еще при жизни писателя. Музей памяти Достоевского, она всю душу отдала ему. И она подготовила и еще сопроводила его двумя замечательными изданиями. Вот таким альбомом, называется «Музей памяти Федора Достоевского». Кстати, вот здесь вот автограф Анны Григорьевны стоит 30 мая 1906 года. Она его пометила. И еще вот в таком же формате, такого же практически объема, она издала библиографический указатель музея памяти Достоевского, в котором перечислила все предметы. Там около 6 тысяч предметов. То есть она не только собрала, она еще их научно описала. Мы можем узнать, кстати, некоторые предметы из этого музея. Они в нашем хранении. Вот этот шкаф, например, книжный, он у нас в экспозиции. Вот письменный стол из этого же собрания, на нем стоит письменный прибор. Прописку в доме музея каждого из писателей эти предметы и документы получили далеко не сразу. Как архивы Достоевского, так и чеховская коллекция, собранная многолетними стараниями родственников и научных сотрудников. И вот только в 1954 году этот дом стал музеем. Трудно себе представить, что здесь были коммунальные квартиры, кто-то жил в чеховском кабинете. Кто-то занимал гостиную, где собирались почти что каждый вечер гости чеховского дома. И сестра Мария Павловна здесь решающую роль сыграла. Она определила именно этот дом, где так много было, где 4,5 года жила чеховская семья, где действительно Чехов стал по-настоящему известным автором, и где так удобно и сейчас рассказывать о его пути в большую литературу. Конечно, дело очень многих замечательных наших предшественников. Трудно себе представить, что они пережили и сколько битв они выиграли и выдержали, чтобы наконец-то этот дом ассоциировался только с Чеховым, с его временем, с его семьей, с его окружением. Но когда создавался Центральный литературный музей, вовсе не было задачи организовать мемориальные экспозиции в реальных домах, где жили писатели.
Музей мыслился совершенно другим пространством, именно собранием архива, собранием замечательных каких-то вещей, которые позволяют рассказать о природе творчества, о творческом процессе, а вовсе не о быте. Это 20-е годы с его антибытовизмом таким. И это вообще какое-то такое размышление эпохи, мысли эпохи очень важное. Музей — это прежде всего такой научный институт. И потом уже всякая популяризация. Хотя, конечно, больше всего посетителей интересуют именно вещи, которых касалась рука кумира. Истории, благодаря которым можно представить себе обыденную жизнь великого писателя. Эти стены помнят все. В закутке прихожей в 4 квадратных метрах была детская для старших сыновей Михаила и Федора. 2 сундука вместо кроватей и маленький столик. И ничего более. Но именно здесь, вот в этом месте, в общении с братом, в обсуждении прочитанных книг, в обсуждении своих планов каких-то, своих мечтаний, рождался тот Достоевский, который впоследствии станет таким властителем дум целого человечества. Их общение не было просто беседами, не было просто какими-то мальчишескими разговорами. Это именно был диалог. Они оба пытались и искали какой-то смысл своей жизни, смысл вообще человеческой жизни. И для меня дорого и это место, и личность брата Михаила Михайловича, про которого как-то забывают, когда говорят о Достоевском. Ну, как в принципе забывают о родственниках, когда говорят о великих классиках. Отец служил в больнице, но основной заработок давала частная практика. Матушка занималась хозяйством и воспитанием. Жили скромно и нешумно, в уважении к труду отца. Семья была большая. Было вот кроме старших братьев еще 5 детей, вообще 7 детей в семье. Матушка, прислуга была, ну и, естественно, глава семьи – отец. Здесь была и столовая. Здесь была и учебная зала, здесь была и детская зала для малышей. Осталось поставить тесьму и прошить углы на ткани. Здесь обязательно прошивается. Ну, во-первых, шва практически не видно, и угол смотрится совсем по-другому, более эстетично, такой ровненький, чистый. Ну, вот, плюс, соответственно, не цепляется. Ну, вот, ниточки подбираются в цвет, шов невидимый, такая невидимка. В знаменитом реставрационном центре имени Грабаря мастера восстанавливают предметы мебели из музея квартиры Достоевского. Собственно, меблировка была очень скромная. Стол и 1,5 дюжины стульев, еще 2 ломберных стола для обучения. Это все очень, очень аскетично. Вот эти стулья, они были такие большие, что их составляли на ночь и постилали на них постель для младших детей. То есть здесь была и детская спальня. Ткань предоставил музей, но вот с тем расчетом, что это будет один интерьер, и ткань, поставленная, смонтированная на мебель, цвет стен и общая обстановка – это будет единый комплекс. Хотя сейчас в музее нет стен, нет потолков, нет ничего. Полная, казалось бы, разруха, но архитектор смотрит уже, как это будет выглядеть в конечном результате. То есть это как бы, ну, дорогого стоит. Не только этот экспонат, весь музей экспонат. Так, из множества деталей и трудом многих людей воссоздаются атмосфера подлинности, уклад дома, в котором воспитывался Федор Достоевский. И, конечно, вот важный совершенно такой момент в жизни семьи, в истории формирования личности Достоевского – это семейные чтения, которые проходили почти ежедневно по вечерам, уже в гостиной, это другое пространство. Вот мы с вами сейчас сюда входим. Там за перегородкой находилась родительская спальня. Вообще вот все очень компактно, все очень сжато. Здесь все друг у друга на голове сидели, можно так выразиться. И если бы не вот эта иерархия, да, отношений, наверное, было бы здесь действительно трудно жить. Был опыт как бы выстраивания комфортного существования, уважительного друг к другу, да, с почтением и с пониманием, что каждый человек. В саду, где теперь стоит памятник Достоевскому,
Дети гуляли и играли в нехитрые игры. Ограничений было много. Михаила и Федора возили в пансион и обратно, карманные деньги появились, когда братья отправились в Петербург. Достоевскому было уже 16. Опасаясь за детей, им не позволяли самостоятельно выходить за ограду. Общаться с обитателями Мариинской больницы было запрещено, и только Федор, таясь от отца, заводил с ними разговор. Многое из услышанного и увиденного за эти годы вошло потом в произведение писателя. Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском. И это почти всегда так, если даже семейство хоть только чуть-чуть любовь да согласие. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное. Это братья Карамазовы. Смотрите, 4 раза слово «драгоценное» в 2 предложениях, и они все относятся к родительскому дому, память о родительском доме. Эти воспоминания Достоевский отдал своему герою, старцу Зосиме. А вот у меня другая книга – это воспоминания Андрея Михайловича, Достоевского, младшего брата Достоевского. Первая книга для чтения была у всех нас одна. Это священная история Ветхого и Нового Завета на русском языке. Помню, как в недавнее уже время, а именно в 70-х годах, я разговаривал с братом Федором Михайловичем про наше детство, упомянул об этой книге, и с каким он восторгом объявил мне, что ему удалось разыскать этот же самый экземпляр книги, то есть наш детский, и что он бережет его как святыню. Вот этот вот наш детский экземпляр, который Федор Михайлович берег как святыню, сберегла и как святыню его вдова Анна Григорьевна Достоевская. Вот она здесь тоже перед нами. Сегодня шумная Садово-Кудринская мало напоминает ту окраину Москвы, где жил когда-то Антон Павлович Чехов. Здесь музицировали, занимались живописью, любили принимать гостей. Часто здесь бывало шумно и весело. Вот и эта заминка. Никак не удается совладать с замком. Вдруг напомнила монолог из «Вишневого сада». Дорогой, многоуважаемый шкаф. Тут самый главный экспонат, потому что единственный предмет мебели, который 100% принадлежал Чехову и аутентичен в любом пространстве, это письменный стол, который, в общем-то, Чехову не покупали. Он достался, можно сказать, по бартеру. Издатели частенько вместо денег предлагали Антону и Николаю то билеты в театр, то какую-нибудь лишнюю канцелярскую мебель. Этим столом расплатились с Николаем за иллюстрации. А семье, которая постоянно нуждалась, естественно, это было очень хорошим подспорьем. Когда Чеховы переезжали на Якиманку, этот стол путешествовал вместе с ними. И когда он путешествовал на Садово-Кудринскую, а закрыть сможем? Сейчас книжечки поставим еще. Хорошо. Когда Чехов переехал в Кудрино, выглядел он примерно так, как изобразил его Николай, брат писателя. Хотя на портрете еще не писатель, а недавний выпускник медицинского факультета Московского университета. Но Чехов никогда не повесил бы собственный портрет в кабинете или в доме. Так получилось, что вот эти портреты, их несколько прижизненных, и в основном они в нашей коллекции, они сохранялись у сестры Чехова, Марии Павловны, в ее московской квартире. Портрет этот, во-первых, Чехов считал его самым похожим, самым достоверным. А мы же отмечаем здесь и верность цвета чеховских глаз темно-карий, а не то, как вспоминают Бунин, Куприн и прочие. И, конечно, эту какую-то скрытую в глазах, во взоре, в этом неправдоподобно раннюю зрелость. Здесь Чехову 24 года. Окажется, что взгляд уже человека пожившего и многое повидавшего. Он не был старшим по возрасту, но с самой ранней юности считался за главного. Домочадцев кормила в основном его врачебная практика. И все были уверены, медицина – настоящее дело, не то что бумага моральнее. Да он и сам так думал. Но Чехов считал, что у уважающего себя
врача обязательно должна быть чугунная табличка. Он заказывает на Петровских линиях сразу после окончания медицинского факультета Московского университета. И наверняка она висела уже по адресу Малый Головин, дом 3. Это одна из первых квартир Чеховых. И совершенно точно на Якиманке, и в доме Лебедева, и в доме Клименкова. И так получилось, что эта табличка стала одним из знаков, который ассоциируется с домом на Садовой Кудринской, где открыт музей. Хотя на самом деле на дверях на Садовой Кудринской она никогда не висела, эта табличка. Потому что после неудачного лечения одной из пациенток Чехов долго-долго не решается вывешивать табличку, и так ее и не повесил в итоге. Умерла девочка. Потрясение от смерти ребенка было сильным. Табличку Чехов заменил, но медицинскую практику не оставил даже тогда, когда уже сам нуждался в серьезном лечении. Через 25 лет после окончания университета был издан альбом, где каждый из выпускников, кто остался жив еще, написал какую-то биографическую справку о себе, сфотографировался или прислал свою фотографию. И Чехов напишет, что, естественно, научная школа Московского университета очень многое дала ему, в том числе и для творчества. В доме-комоде Антон Чехов распрощался с паденной работой фельетониста. За годы в жизни в Кудрине он написал повесть «Степь», пьесы «Иванов» и «Леший». Здесь вышел сборник рассказов «В сумерках», за который он получил Пушкинскую премию, разделив ее с Короленко. Всю зиму 1890 года он тщательно готовился к поездке на остров Сахалин, а в апреле уехал. Это была заключительная сцена пребывания чеховского семейства в Кудрине. Антошу проводили, вещи упаковали и переехали. В доме наступила непривычная тишина. Такая же, как царит и сейчас в закрытом на реконструкцию доме музея Чехова. А вещи пока стали экспонатами выставки, открытой в основном здании литературного музея. Чехов – это московский писатель, потому что именно здесь он открыл в себе не просто талант. Талант в нем был всегда, он чувствовал этот талант, а открыл в себе то, что отметил когда-то Дмитрий Григорович в знаменитом письме, что «Вы великий писатель», – говорит он Чехову, – «Вы не шутник, не юморист, вы не миниатюрист, вы великий русский писатель». Все это с Чеховым произошло в Москве. Произошло чудо, когда студент-медик вдруг из человека, который пишет небольшие миниатюры, рассказы, стал значительным русским писателем. Вот этот стол, за которым Чехов написал почти все раннее, с 83-го года начиная. Этот стол впервые появился в доме Елецкого на Малом Головином переулке 3. Нет дома, точнее есть, но это совершенно другое нечто. Все ранние адреса до Садовой Кудринской нами утрачены. Настоящим открытием может стать любая мелочь. Например, случайно обнаруженный документ о покупке лейб-медиком Михаилом Достоевским краски для полов желтоватого цвета. Когда мы восстановим этот цвет, то квартира-то преобразится. И вот та комната, которая канареечного цвета, где 5 окон, где там большой белый потолок, и еще будет большой желтоватый белый пол, то она вообще превратится в светлицу. Это будет просто одно из самых светлых мест в жизни Достоевского. Такой вот мостик из прошлого в будущее. Спустя 200 лет, переступив порог дома, где прошла юность Достоевского, посетители смогут испытать те же чувства,
что и подросток, которому суждено было стать великим писателем. А закрыв за собой дверь Чеховского дома, возможно, почувствует ту же грусть расставания, что и Чехов перед поездкой на Сахалин. Для того, чтобы почувствовать атмосферу прошлого, нужно вглядеться в пустоту этих комнат. Пустое пространство. Удивительный сосуд, в котором сохраняется время.